До 23 возросло число пострадавших при аварии на шахте под Львовом в Украине. Ранее сообщалось о 14 госпитализированных. Напомню, в четверг на шахте Степная в селе Глухов произошел взрыв метана. По официальным данным, погибли 8 горняков. Всего же под землей в момент происшествия находились свыше 170 человек. 34 из них на аварийном участке. Сейчас работа шахты временно приостановлена, возбуждено уголовное дело. Добавлю, в связи с трагедией все угледобывающие предприятия в стране ожидают правительственная проверка.